Предприятие «Эликон» приглашает студентов на перспективную работу. Павел Кроченко, генеральный директор «Эликона», рассказал об основных направлениях производства, перспективах карьерного роста. Почему это проходит здесь? Есть небольшой секрет. Дело в том, что генеральный директор «Эликона» Кроченко Павел Владимирович – наш выпускник, выпускник Казанского финансово-экономического института. Он учился здесь, познакомился со своей будущей женой, то есть это для него вуз такой значащий. Чтобы попасть на работу в «Эликон», достаточно подать заявку на общих основаниях. Сейчас они готовы брать студентов без опыта работы. Мы сейчас готовы брать студентов, даже не имеющих опыт работы, мы научим сами. Поэтому каких-то особых навыков, требований обязательно, чтобы был опыт работы, нет. Главное – светлая голова и готовность трудиться. Помимо встречи со студентами, у предприятия запланирован ряд визитов к руководству Казанского университета с конкретными предложениями о сотрудничестве. Юлия Семенова, Фарид Захитоглы, Универньюз.